шел дождь, батюшка ему говорит, ну заходи, сынок, в палатку. В палатку. Они и сидят, говорит. Батюшка говорит, иди посмотри, дождь кончился, нет. Он смотрит, ой, тьма там. Что дальше? Я помню. Он говорит, заморочало на здоровье. А потом батюшка опять прошло, с полчаса полежали они. Ты, сынок, посмотри, сын мой, там как погода. Он вышел, пролупила на пропасть. Работать надо. Пролупила. Вот так. Так что надо работать, учиться. А ты иди оденься, еще так согнулся. Какой тихо водный. Ты можно нам одеться? Да. Можно? Чего? Можно в келью. Да иди, тебя оглушили. Молодая на здоровье-то на два дня. Завтра еще будем отдыхать. Да вся неделя дождливая. А? Вся неделя дождливая. Ну да ты что? Если не смотрим. Ну это дождь для нас небольшой. Я показала, что. Давайте опять. Я думаю, я показала.